всех приветствую на канале. Сегодня вот решил вспомнить молодость, так сказать. КМЗ-шку завел. Поставил его, короче, на цепи. Отвал поставил. Вот. Стоит сейчас на улице, тарахтит. Мотор прогревается и лопата, получается, остывает, чтобы на нее снег не лип после гаража. Вот. Хочу попробовать сейчас маленько это, снег почистить. Вот. Подусложнил ему маленько задачу. Снега немало, это немного выпало. Там он на улице видно, маленько, там сантиметра 3-4. Вот. Я вот с боков старый снег, получается, скидал сюда. Вот. Сейчас посмотрим, как он будет его толкать. Вот. Снимать мне некому со стороны, поэтому буду снимать от первого лица. Там как получится, короче. Вот. Ну что, поперли? Начал. Был бы ручной газ, можно было блокировочку включить. Ну ничего, сейчас со второго раза возьмем. Короче, весь снег это растяну по бокам. Ничего страшного, сейчас поим соберем. Цепи нормально отрабатывают. Одной рукой неудобно, нужно еще и рычагом управлять, получается, на который гидравликой, чтобы он это вниз опускал сильнее. Фишка такая, что пока рычаг держишь, он опускается, гидроцилиндр получается вниз, опускает отвал. Как отпустил, все, на этом месте остановился. Попробую сейчас правой рукой держать рычаг, левой снимать. Только вот рулить нечем. Нормально этот снег, похеру ему, мощей хватает. Это я на третьей передаче сейчас чистил, можно и на четвертой попробовать ходом. Повторюсь, что неудобно маленько одной рукой снимать и все это дело делать, манипулировать. Короче, буду сейчас дочищать. Вот такой небольшой видосик. Вот. По сравнению с Куботой. Кубота в гараже стоит. Решил для разнообразия попробовать вспомнить, так сказать, молодость. Кстати, трактор этот будет продаваться. Он не дешево будет стоить. Поэтому так-то так. Кому интересно, пишите. Но, скорее всего, отправлять я его никуда не буду. Как-то так. Всем пока.